Здравствуйте, дорогие зрители! В нашей жизни случаются невероятные и трогательные истории, достойные того, чтобы о них узнали все. Именно о таком случае пойдет речь в этом видео. Кристина Евтушенко, 20-летняя девушка из российской глубинки, не побоялась взвалить на свои плечи тяжелый груз. Ответственность за 7 ребятишек, оставшихся без родителей. Речь идет о 6 братьях и сестренке Кристины, проживающих вместе с ней в селе в Челябинской области. Так случилось, что сначала от рака умер глава семейства, через год скончалась мама. Дети остались одни, и Кристине не оставалось ничего другого, как вытереть слезы. Взять себя в руки, ведь теперь ей приходилось думать о детях, младшему из которых на тот момент исполнилось всего 4 года. Девушка сразу же заявила о том, что разлучаться с родными братьями и сестренкой не собирается, и сделает все для того, чтобы их вырастить. В придачу девушке досталось огромное хозяйство, требующее регулярного ухода и тяжелого труда. Большинство барышень в возрасте 20 лет заняты совершенно другими проблемами. Самая большая из которых – решить, что сегодня надеть на свидание или где погулять с подругами. Кристине же пришлось отказаться от многого, чтобы посвятить себя воспитанию 7 детей. Изначально местные органы опеки с опаской отнеслись к идее усыновления детишек 20-летней девушкой. Кристине дали полгода испытательного срока для того, чтобы проверить, как она справится с возложенной на нее ответственностью. В течение всего этого времени девушка исправно выполняла свой долг. Следует отметить, что ее сразу же поддержала администрация поселка и стала во всем помогать молодой маме. Как отмечает односельчане Кристины, девушка показала себя с самой лучшей стороны. Окружив детей вниманием и заботой, подарив им все тепло и любовь, на которые она была способна. Не каждый взрослый выдержал бы ту непосильную ношу, с которой справляется хрупкая девушка, решившая для себя ни за что не отказываться от родных ребятишек. Свой испытательный срок молодая мама выдержала с честью. Она не поменяла свои решения, не испугалась трудностей, не отдала детей на попечение государству. Она сумела грамотно наладить быт в семье, распределила обязанности между всеми ребятишками. Причем сами дети во всем ее слушаются и помогают. Большую семью, общее горе лишь сплотило, сделала детей более чуткими и добрыми друг к другу. Здесь все безоговорочно признают авторитет Кристины как самой старшей в семье и относятся к ней как к маме. Девушка не жалуется, не проклинает свою несчастную судьбу, а просто живет для самых близких и родных людей. Для тех, кому ей пришлось заменить маму. Таких примеров, как Евтушенко, не так много, ведь сейчас многие ее ровесники живут беззаботной жизнью. Занимаются собой, сидят в интернете, ходят по клубам. Но сама Кристина не считает, что она совершила какой-то подвиг, это достойное воспитание. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, оцените его, пожалуйста, лайком. И напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.